Всем хай, с вами снова я, Удир, и это игра Last Day on Your Survival, или же Последний день на земле. Сегодня мы будем рейдить, задания рейдеров выполнены. Поехали, let's go! Задания были такие, 5 железных топоров, 1 С4, так, это... Ладно, короче, 15... токсичных толстяков, допустим. Тут у нас, допустим, 4-й этаж бункера Альфа, да. И тут получается 5 гуманитарных грузов. Нажимаем завершить. Посмотреть на карту, я поставил там отметку. Не забудьте взять с собой рюкзак, инструменты и пушка побольше. Что мы с собой берем? Я беру 12 обычных топоров, 5 железных. Также беру модифицированное АК-47 полностью, так как единственное оружие с глушителем, помимо М16, полноценный. 204. В тот раз мы забыли взять С4. Также одеваю еще броню спецвойск и беру 14 аптечек. Думаю, этого достаточно. И смотрим. У меня... Ну, ВСС-ку могу, в принципе, с собой еще взять. Если вдруг не хватит. Но я думаю, достаточно. Так что сразу отправимся. Чоппера нету у нас. Чтобы на чоппере немножко покататься. Теперь события. По точным координатам легко найти нужное место. Кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях плеер. Эх, очередная база плеер. Нажимаем бежать, 28 энергии. Так, у меня энергии хватит еще туда-обратно сбегать. Ну, ровно 56 по 28, типа единицы. Забыл посмотреть, какие навыки мы можем прокачать. Но ничего страшного. Так, ежедневки есть. Войти нажимаем и будем сейчас рейдить нашего игрока. Ух, скажем, бум шоколака на счастье, да? Сконцентрироваться главное. Так, так... Чего? Что за база-то? Чего? Так, С4 пока не спрячу. Чтобы случайно не взорвать. Чоппера нету. Серьезно? Чего? Капец. Твою дивизию. Ну, начнем, конечно же, ломать обычными топорами. Я буду угорать, если это все в буферках еще. Там... Нет, деревянный... Агась. Мне кажется, даже громила не поможет нам сегодня. Не помешает, то есть. Сейчас обидно будет, если там ящик еще будет стоять. Твою дивизию, чоппер. Ну, давай посмотрим. Бензобака нету, вилки нету. Хорошо. Еще колеса нету. Дешков, естественно, капец. Большой ассортимент у нас, однако, да? Еще кнопки нету на строительство нажать, посмотреть с высоты птичьего полета. Или навыка того же самого. Бинокль. Это чертов. Так, топоры я тогда скидываю сюда. Ладно. Калаш мне не понадобится. Жесть, надо все вытащить придется, да? Ну, давайте посчитаем сейчас по-русски сначала. Давайте с этого... Нет, давайте это на закуску. Так, раз, два, три, четыре. Зашибись! Интересно, чем я еще... Твою дивизию, какого фига так быстро-то? Вы не рано пришли? Так, 4% с толстяка получаем. 66, все правильно. Все четко. Зажимали и все. Краска. Красная
Хорошо, синее плохо. Да уж. Изолента, ладно, почти топорик отыграл. Ну, не знаю насчет этого всего, не знаю, не знаю. Ох, хорошая база, однако. Еще изолента? Ну, блин, это неразумно хранить твою дивизию. Молча убиваем их и все. Сколько по три снимаете? Перезажал. Так, шумиха не растет от того, что перекусил. Окей. Так, просортирую. Ну... Что, все ящиком? Звездец? Микросхема! 20 стак! Все, у меня есть топоры. Железные на ответный рейд. Ёма, еще чоппер. Чоппера отдадим им. Ё-моё! Так, бензинчик. У нас чоппер-то в будущем появится. Ну ладно, я и без этого бензина неплохо накоплю. Ну все, давайте еще раз пройдемся по луту, какой тут лут содержится у нашего чучка. Смотрите, кстати, как его, вот кто играет на BlueStacks. Есть наложение от BlueStacks, но оно у меня выключено, чтобы я мог это, от игры управлять. При этом, смотрите, Keyboard Control отключенный, я все равно управляю, там просто клавиши не показывают, где какие, и при этом джойстик есть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам приятнее смотреть, чтобы вот этот джойстик было видно. И без обозначения. Либо с keyboard control, но при этом джойстика не видно, то есть площадь чистая больше становится, но при этом появляются такие четкие надписи, как какие кнопки где расположены. Тут, кстати, управление не поменяешь. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я обычно в таком режиме играл. Это я вот решил вот так вот включить, чтобы джойстик был, потому что в некоторых моментах можно будет плавненько вот так вот подвигаться. Серьезно, так. Ну, давайте по луту пройдемся. Тут у нас пустой ящик. Тут у нас... краска, каменные блоки, десяточка была. Монтировочки. Ну, короче, вы поняли. Тут у нас микросхема. Короче, зачем я это вам показываю? Для того, чтобы вы написали в комментариях, чтобы вы взяли на моем месте. Ну, мне кажется, тут вообще гадать даже не надо, что брать. Ну, в принципе, сейчас, смотрите, можно, по сути дела, как его, топоры хуже, чем монтировка в данном случае. Можно было бы забрать. Ну, не знаю, даже желтый талончик, в принципе, можно было бы забрать. Но нет, нет. Вот это заберу. Что еще? Давайте фонарики заберу. Ну, крепкий напиток тоже. Блин, все по мелочи. Просто надо все топоры поменять как можно эффективно. Потому что... Ну, топоры это что? Это три бревна и три известняка. Три булыжника. Я так и думал, что надо было эту стенку ломать. Я когда зашел, я хотел ломать именно конкретно эту стенку. Я просрал. Извиняюсь за выражение. Железный топор. Гениально. Гениально. Ладно. Ну, 5 красных талонов вообще шикарно. Нам легче. Так, давайте что-нибудь, наверное, ломать. Пускай шумиха растет. А топоры... Не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте сломаю... Ё-моё. Мы репутацию рейдеров качаем. Ё-моё. В чем проблема-то? Нам репутация нужна, и тем более вообще учитывайте, что... Твою диви... Нам навыки качать надо. А, я же этот... как его? Калашников-то скинул. Перезаходить нельзя. Перезаходить нельзя. В любом случае. Потому что шум растет. Это нам нафиг не надо. Все, навык получили. Так, смотрим за хпшками аккуратно.
Ладно, десяточку оставили, это хорошо. Ай-яй-яй, поздно отходил. Ну что, навык, ладно, на закусочку оставим. Будто в воблер. Ладно, ничего, ничего. О, перекусили. Так, подожди, шумиха, пропадай, я хочу узнать. А, ну нормально, да. Не добавляет, ничего не изменит. Тут нифига нету, так. А, ну мы на уже 23%, неплохо. Качнули так. Зомбаки, зомбаков надо всегда убивать. В любом случае, потому что с них вообще опыт нехило падает. Я имею в виду про... О, блин, у меня еще тут C4. Лол. Я про C4 вообще забыл. Зато тут C4 не пригодилось. Зашибись. Теперь что отдать? Ну, так, ерунду отдам. Допустим, эту. Все. Нормально. Вы пишите в комментариях, чтобы вы забрали. Ну, а мы... Так, делиться чем мы будем? А, ну чоппер я же взял. Точно. Заодно покажу, можно его поставить или нет. Ну, я-то знаю уже заранее то, что его поставить нельзя. Второй чоппер поставить нельзя. Ну, при условии, если вы еще первый не собрали. Так, показать. Ладно, позже. Сейчас задание рейдеров еще вызовем. Будет топчик. 23 часа 50 минут. Нифига себе, мы уже 50 минут рейдим. Шикарно. Видосик 10 минут уже идет. А, база же сразу пропадает. А, я ее, может быть, даже не заскринил. Но я базу заскринил, мне кажется, для этого подойдет. Шикарный рейд вообще. Сейчас осталось сколько? Слитков 5 медных. И уже можно будет идти в сектор 7. Сектор 7 на барабане. Идем дальше. Сейчас поделимся. Сразу рейдеров вызовем, чтобы задание узнать. И после этого еще навык прокачаем. Кто досмотрел до этого момента, напишите в комментариях рейдеры. Ну, засунь эту долю, знаешь куда. Мы сами возьмем все, что нам причитается. Ну куда ты чоппер-то поместишь? Ну краска. Тьфу. Якорный бабай. Ладно, ладно, я щедрый. Я сейчас золотишком с тобой поделюсь. Так вот. Золотишко-то где у меня? Я не помню. Все, блин, шикарно вообще. Блин, балдею, балдею. Вот три микросхемы. Нам три микросхемы и нужно было. Еще две микросхемы можно было бы, в принципе, собрать еще. Сейчас скажу, как его... Кислотная ванна. Но кислотная ванна нам без чоппера нафиг не нужна. Блин, изолента. Вот, золотишко. Вот, фильтр есть. За них неплохо дают. Интересно. По сути дела, если на базе фильтров не было, то одного фильтра достаточно. Я же сказал. Там вообще на редкость, типа, действует, в зависимости от базы, какие там ресурсы содержались. Засунь себе, да, знаешь куда? Не засуну я, не поместится. Я не проверял, но знаю. Ты дебил! Забирай чертов фильтр, без проблем. Вторая репутация была. То есть мы сейчас, похоже на правду, вынудили их, да? И если сейчас вызовем, у нас должна быть и пятая репутация. Но! Они, собака, в тот раз мне две репутации добавили. Почему так, не понимаю. Так, рейдеры, рейдеры. Да что ты так фигово крутишь? Да ё-моё, согласиться. Звучит неплохо, что дальше? Обожди, ребята выехали, договоришься с ними. Ищи твою дивизию, еще и переодеться бы не мешало. Сейчас только подойдем, и они сразу появятся, и посмотрим, что они нам предоставят. Я же сказал, почти сразу. 25. Слепой охотник. Какая лакомый кусочек-то. 20 железных пластин. Там. Какой? Третий этаж. Ну блин, это задание прям легкие. С этим геморроем просто. За 2 дня эти задания можно на изи выполнить. Вообще, вот. Четкие задания. Вот спасибо. Почему репутация рейдеров 4? Почему? Я уже говорил, чтобы вы рейдеров написали. Ну, я
пусть и повторюсь, ладно, кто досмотрел этого момента, напишите в комментариях, рейдеры. Так, нажимаем изучить. Шанс рейдеры, шанс, что рейдеры покажут вам базу с богатой добычей на 2% больше. Неплохо, получается, сейчас скажу. Скорее всего, грабители у нас 10 навыков максимум, и эффект максимальный будет 20. Мы сейчас посмотрим, так, так, вот пассивные. Грабитель, а, 5, 10%, значит, максимальные. Печально, на 20% куда было бы прикольнее. То есть, каждая пятая база была бы богатой. А так не очень. Ну и еще собака чоппер не принимали, да? Какие они все-таки жесть. Так, сейчас немножко проапгрейдим. Так, сортировочка, так. Нам же там по досадочке нужно. По 5 он на каждую тратит. Бац, бац, хлобысь, хлобысь. Ай, ну точно еще строить. Да ё-моё. Так вот. Разместите нам максимум один. А, ну да, я же говорил, что у меня не собран еще первый. Да-да-да, все шикарно, все. Один топор профукали. Ну ладно, кто же знал, что там есть? Как у меня было 4 топора с этим топором, так и осталось. Окей, все. Я думаю, на этом можно уже заканчивать. Если вам понравился рейд или видео, ставьте лайк. Всем спасибо за внимание. Всем бай-бай.